Билет во взрослую жизнь. Глава Симферопольской администрации Геннадий Бахарев вручил школьникам Центрального района столицы паспорта Российской Федерации. Всего обладателями главного документа стали более 20 человек. На торжественном вручении побывали и наши журналисты. Смотрите, завидуйте, я гражданин. Так, немного перефразировав слова классика, ученик 9 класса Александр Тураев радуется получению главного документа – паспорта Российской Федерации. Таких счастливчиков, как он, сегодня еще 20 человек. В праздничной атмосфере документы самым юным гражданам вручил глава Симферопольской администрации Геннадий Бахарев. Школьники оценили и торжественность момента, и удобство получения документа. Это все официально было. Не просто пошли и получили паспорт. Это как бы все торжественно, официальный концерт. Это лучше, наверное, чем стоять в очередях часами в этой толпе. Какой он должен быть? Гражданин Российской Федерации? Ну, законопослушным, преданным своей родине, патриотом своей страны. Вручить паспорта решили накануне одного из главных государственных праздников – Дня Конституции Российской Федерации. На полуострове он отмечается впервые. Поэтому для получающих документы школьников это двойной праздник. Это тот этап, тот рубеж жизни, который определяет, что столь юный человек уже является гражданином государства, самого мощного государства в мире. Помимо того, что он принимает на себя определенные обязательства, государство и дает молодому человеку много перспектив развития. Нужно вообще ввести в практику, наверное, как-то отмечать каждому, сделаю акцент, выдачу паспорта каким-то событием. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Екатерина Сабинина, Александр Смычек. Время новостей.